От пут сам умирает, все понял. Максим! Не отлично. Максим. Погоди, погоди. А, чё, да парни, я... парни, я прошел. Парни, помоги. Парни, парни! О. Макс, лево, да помогите! Да иди ты нахуй! Ты что тут происходит? Что тут? А, что так? Что тут, что тут? Бля. Как? Ну, я залез. Сейчас, ну, как? Подымайся. Скотина. Как понтифика убил, так и тут залез. Сейчас ты подохнешь и возродишься там, где надо. Мы нашли, Все, подыхай, нормально. Ой, господи. На булку, сука, 20 баксов, американских долларов, настоящих денег закинули. Настоящих, не фантиков, пацаны, 20 баксов. Сколько в этой тюрьме, ебаны. Сидеть можно. Так, ну тут все понятно. Ага, снимаешь кольцо и уплываешь. Оп, оп, бочком, бочком. Хорошо, хорошо, слушай, прекрасно, прекрасно. А тут я не пролезу. Стоп. Боком. Так, ты, коллег, не хочешь наших подождать? Не, так, я всех жду. Я всех жду. Я держусь же. А где? Я держу плод с собой. Давай, а я держу тебя. Я не знаю. Вон они. Да, руку дай, Все, все нормально. И теперь мы страстно сосемся. Блядь, ну спасите. Зачем вы, блядь? Меня не отпускают. Хорошо играем, хорошо играем. Годоту, плиз. Пацаны, дайте хотя бы уровень пройти. Так. Максим, ты прыгаешь к нам? Ну вот эту хуйню же, наверное, надо снять. Зачем? Не знаю, не зря же она здесь. Они топят хуяцы. Плод. Они топят плод. Это агент все. Вы что делаете? Куда мы плывем? Стоп, мы сейчас... О, а что, я вам можно отвечаю, погромче? Мы... Я отвечаю, мы сейчас упадем в этот вон с того обрыва, блядь, если нет. Надо... Не варик. А, я вижу плод другой, все. Пока. Ой, блядь. Отличный план. Я повернусь. Ты тоже, может, видишь плод? Подождите, а как теперь... Уплыть до вас-то отсюда. О, Максон, я его вижу, давай. Погнал. А вот тут еще один плод. Ну, вот я не знаю. А нам надо коробку довести до той хуйни. А где коробку взять? Каким-то образом, вон коробка. Да. А, коробку я могу подать вам. Так у меня тоже коробки есть. Да! А нахуя ты ее на колечко посадил? Вообще, что за кольца? На чего, для чего-то же нужны, на по-любому. Пут, держи меня, я вытащу коробку. Да, мы на нее уплывем. Попробуй в очко. Давай, бери меня за жопу. Так. Я тебя за руку взял. Блядь, парни, я... Говнарь, склад, блядь. Что ой, блядь, что-то не так, подожди секунду. Это что за рестлинг был такой? А я не сдох, мам. Давай, нам так надо те коробки вытащить. Сейчас я хватаю коробку, меня кто-то хватает. Давай же ты, блядь, давай, а ты знаешь, знаю, ты можешь. Давайте, тянем. Сделай громче, я максимально сделал, пацаны, эту песню. Но это так не работает, мне кажется. Нет, там коробка застряла просто на другую. План и... говно. Бля, какой-то американец мне донатил. Да что ж ты, твою мать, не получается, пацаны, в очко я не могу залезть. 30 баксов ебанул меня. Ты давайте, шо? Тащите меня. Коробка вылазит. USD я называю это. Эту валюту? Ты сделал только хуй. More like UXD. Ой, да вон коробку надо вытащить реально, типа. Да ёбен, бобен. Сейчас, давай, пут. Хватай коробку, я тебя сейчас. Да я все сам сделаю. Все, давай. Все. Все, теперь. Ну, на ней поплывем. Да что ж ты, твою мать, а? А нахуй мы это сделали? Мы на ней поплывем. Я да. Оба поплыли. Спасибо. Оп. Поплыли. Я плыву. Наплавались. Он плывет. И что ты уплыл без нас, тобой? А что делать? Так я под водой, я тебе больше скажу. Я сейчас утону, нахуй. А, я, кажется, знаю, что можно делать. Да. Дымака сейчас. Да. Здесь типа цепляешься одной рукой, раскачиваешься и другой цепляешься. Как это достать? Цацки новые захотел. Не получается. $30 задонатили, все. Да, цепь хочу новую, да, рэперскую. Блять, не получается ее вытащить. По скидке. Блять, давай. По скидке в Ашане? Ну давай помогу, так и быть. Давай, медную, ржавую. Хорошо, за малым. А, давай, слушай, тянем. Она нам нахуй не нужна, прикиньте, я только что это понял, да? Давай, тянем нахуй. Блять, куда идти и зачем ехать? Показывай, парня, как это делается. Пут, ебать. У меня тут контент. Выживают сильнейшие, блядь. Опа. Понял.
Они весь свой, они весь свой контент потопят, погубят. Смотри, что ты? Он позу встал, но я иду. Сюда коробку на секунду. Дайте сюда. Не сталкивай, дай сюда, блядь. Все, песня закончилась, пацаны. Дай сюда. А, я понял, ты хочешь залезть, я понял. Я не хочу быть в этом месте, блядь. Да, я понял, да. Блин, нахер. Ой, хорошая песня. Бля. А так можно было? Да. Да там уже были, просто мы застряли в этой хуйне. Давай, давай. Давай, по головам. Бизнес. Дружба, дружба, деньги врозь. Оба. Оп, 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 оп. Погнали. Отпусти. Погнали. По кругу. Чего? Максим, вернись. Иду, иду. Тут с агентом вылезти не можем. Ладно, агент мне... Нормально. Блядь, ты чё мне сел на голову? Во, блядь. Спасите нас, инвалидов. Давай, давай, давай. Все, спасибо. Все. Блять, до свидания, нахуй. Тяжело отлететь. Я все. А, ты это? Когда из этой тюрьмы ебаная меня выпустят уже. Давай, заходи. Куда зайти бы? Куда бы зайти? Громче, тише, пацаны. Я скоро с ума сойду, блядь. Заново делаю, громче делаю. Да ничего не делаю. Вы меня доебете со своими песнями, блядь. Честь слова. Так. Ой. Пут. Так, каков план? Громко. Пошел нахуй, я даже слушать не буду. У моего му. Так. Че, Максим? Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Вот я снимал. Блять! Иду, 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 иду. А, что сам? Так. Пацаны, левел комплит, блять. Да ладно. Да? Еще не комплит, кстати. Посмотрите вдалеко, блять. Не, ну дверь-то открыта, но... Сейчас проверим. Надо же добраться. А где там? А, вижу. Ага, ага, до двери теперь добраться. А, то есть пока мы, блядь, тут поднимались, Пут уже все сделал. Громко, очень громко, говорит. Да, ребята. Все, прыжками надо плыть. Не стыдно, пацаны? Все, поплыли. Поплыли. Да не утопите только, не утопите, хватит, прыгай, хватит. Она не утонет, она не утонет. Рули нахуй. Надо в ту сторону. А блядь, ну, оно утонет. Ну, Максон, блядь, ну, сука. Все нормально. Вышел. Я доплыл. Все хорошо. Засейвьтесь там, чтобы я мог стукнуть. Да, все, все нормально. Хорошо, все, пацаны, готово. Все, агент, да, вообще? Пройдено. А, вон. Че, пройдено? У нас тут какое-то, блядь, опять весло. Ну, по крайней мере, блядь. Блядь, большое весло кому? Опа. Это ты.
акселе нормально. Нет, у меня плохо. По веслам это я. С одним веслом я... Тут мели, я вас умоль, блядь. Нет, нихуя не мели. Это точно весло, блядь. Показывай, как пользоваться веслом. Смотри. Ушел, блядь. Аквамен, блядь. Весло видно, парни? Весло видно? Весло не надо, держитесь. Да, да. Дыши через весло, дыши через весло, как через трубочку. Пацаны. И умирай. В альтернативе я уже поплыл. А я уже погнал. Ты уже здесь. И что дальше? Мы здесь ждем? Вы, блядь, остаетесь в прошлом, я погнал уже. Надо. Давай, я правильно, тоже двигайся. Погнал. Макс, давай, это гонки, это... Они думают... Большие гонки, погнали. Ебать. Оп. Здорово. Ямакаси, северные волки. Давай, Ямакаси, ой. Это ты Ямакаси, да? Да, блин, может, под... Я под водой, я теперь, блядь, это... Я не Ямакаси. Помочь? Себастьян? Yes. Из «Русалочки». Бери мои ноги, нахуй. Лол, а тут можно спидранить под водой. Мне буквально шаг. Только не стань моей, блядь, смертью. Сука, все, успокойся. Так, сюда. А вы где, блядь? Беги влево. Бегу. А вы где, блядь? Сейчас все будет. А, вы проходите за мной, что ли? Только тут же, тут нормально все, я упал. Дыхательные упражнения. А, вот по скалам можно задеть. Не дышите. Так, а здесь дышите? Можно? Не дышите. Нельзя, походу, да? О, я король. Да, тут по скале можно, да, вон. Тут убраться можно. А, я вижу фуникулер. Да, что-то не вышло. Прекратите эту хуйню, а не сам. Ты что злой сегодня такой? Ты почему материшься постоянно у меня на стриме, да, а не сам? Да он пьяный, наверное. Бухой, наверное, бухущий сидит, блядь, модератор. Правда, я говорю, отдыхаешь в выходные? Оп. Опа. Блин, куда прыгать? Максон, а, на фронт корабля посадили на нос корабля. А я не могу сейчас, в данный момент не получается. А, ну я понял, ты лучший в мире, только... Бля, ну да. Ты бы игру прошел. Че, он опять там этот, показывает жест? Да нет, ничего не показывает, нормально все. Так. Подожди, вот там где надо уже. А как нам туда попасть? Да. В смысле, блядь, я сверху просто спрыгну. Да, сука, ты что, серьезно? Сука, получай, блядь. С этой деревянной ногой прыгать не умею, кажется. Давай. Короче, нам эту штуку нужно закинуть на эту и притащить сюда. Я могу ее зацепить хуёчкой эту. Мне кажется, не получится. Мне... Ее нужно поднять. Ты меня верь просто. Ты что ж ты, твою мать, а? Только не урони. Ради Христа Святого, не урони. Христос, я иду, блядь. А, я понял, тут воскрешение перенесли. Понял. Нога заспаунилась. А, нет. Да. Ага. У меня подозрение, блядь, если... Хорошо. Было. Солнце, так-то умереть можешь. Не, нормально. Тут. Ты хотел его вытянуть с собой, типа? А, может я быть, один раз, подождите, парни. А может быть, держи ее, держи балку, типа. О, хорош. Да, ведра, блядь, да, держи, ага. Держи просто ее теперь. Показывай один раз. Вау, парни. Агент реально, блядь, да. Не зря кушает. Тебе надо Макса ждать? Да. Или это надолго? Да мы до сейва дойдем, поехали. О. Да мы уже дошли до сейва, он просто радикальный. Ой, блядь. Ладно, поплыли. Ой. Она утонет, кстати, тут, по-моему, ну, втроем еще нормально. Давай. А нужно перейти? Давай, пацаны, рядом, давай. Идёт спять, короче. Побежал. А зачем тут камешки? Побежал быстрее, почему так медленно бежит? Гантон, прыгай! Надо палку набрать, палку надо взять. Таскиваю её. О, я чё-то палку за палкой, если вы... Куда дальше? Давай, я забираю. Пацаны, было сложно, клянусь. Всё, теперь надо толкать плот. Ладно, пусть тут стоит. Тебе надо плотно толкать. Ты уже в доту играешь, чё что? Да. Сейчас секунду. А, блядь, мне так жопа болит. Так, тут есть альтернативный разгон, путь, очевидно. Я вижу альтернативный путь. Ну да, тут нужно подняться. Пошел. Погоди. Да, палку поставить, подняться по ней наверх. Блядь, вы там какие-то уже конструкции.
пацаны там что-то исполняют. Давай-давай. Если нет, там надо прицелиться. Моя попытка, моя попытка. Давай. Так, руки, бегу. Главное, не забудь поднять. Ебать! Ура, хорош, хорош, прыгай. Хорош, вторую руку. Что я делаю? А, смотри. Смотри. Ой. Все, стой, теперь я сейчас. Сейчас. Давай. А ты можешь меня вытащить? А, я да, тут это. Ясно, блядь. Берегись, пускай. Эй, внизу, берегись, блядь. Давай, давай, камень. Все, погнали. Все, хорош. И что дальше? Ну и ты же ладишь, а я тебе не знаю. Ну да, нахуй нужен, я тоже не знаю. А может нам на другую сторону? Блять, нам нужно было на другую сторону. Все, мы туда придем уже. В смысле? Зачем мы это сделали? Нам нужно туда, откуда мы пришли. Аксель стоит палкой, камень теребит, блять, на горе, кричит, нам без камня никуда, нахуй. Полчаса его выковыривали, стоим, блять, на месте, дальше, что делать? Почему на месте все, я ушел вперед. А, ты ушел? Поверху, да. Агент, смотри, куда можно залезть. Да. Это так. Так нам наверх надо, нет, пошу никуда. Блять, а как ты это сделал, интересно? Я поехал, ребят, я ничего не знаю. Куда ты, блядь, ты поехал? Да стой, 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 блядь. Ты навернул меня. Стоять бояться. Да куда? Так, сюда. Поехали вперед. Я впереди нахуй всего. Ля-ля, смотрите путь, смотрите путь. Где он? А, все, вырубай его. Пожалуйста. Вырубай и запрыгивай. Давай. Батя человек пол. Давай, прыгай. Хорош. Все, уехали. А мы ебать, там стоим на камне. Макс, да я вижу. Вижу. Путь тоже помашешь, может? Тебе хватит сил развернуться? Какой помашь, мне страшно, мне надо вперед бежать просто. Я боюсь в чат посмотреть. Пиздец так. Давай я посмотрю в чат, за тебя там пишут гений. Я уже там. Хорошо. Над нами, это, да? Канта. Это на стриме выглядит просто, что-то реально пора. Это стриме. Идет, блядь. Все гении, но не Макс. Я операторская работа. Я гений по установке камеры. Все, погнали дальше. Попробуем. Сейчас там сейф должен появиться. Да что за твою мать, блядь. Сейчас, подождите, я просто завис на него. Как запрыгнуть-то на этот камень? Так я запрыгнул, поставь его, да, и все, и залази. Сейчас. Ты его подвинь в угол, я тебе в угол запрыгнул. Да, этот угол, это мне как бы особо ничего не дало, мне как бы... Чё за хрень? Пацаны, у вас уже сохранение есть там? Умереть можно? Должно быть. Потому что мы приехали на самый верх. А, мы сейчас в воду, типа. Подмите цепь, и бревно надо убрать, и все. И нам на матрас вон на тот. Оба, подумай. Раз, пацаны. Ну все, тут проще простого. Все. Посмотри на этот путь, блядь, просто. Подождите. Бревно убираем. Жестко. Бревно убираем. О, как в Новороссии. Давно не был. Мы когда Никита приезжал в гости, купили огромный надувной матрас. Взяли, короче говоря, бутербродов с колбасой, пиво, арбуз, водрузили его на матрас и ушли нахуй в открытое море, блядь, в эти... А, в нейтральные воды. В нейтральные воды сидели там. Зачем? В лавках. Курим, арбуз, смотрите. Хаваем. Пиво не тянет. Тянет. А. Так, там вон еще по шлангу надо пробежаться. Ты у нас мастер. Куда? Вон, видишь тут. Вот, да, видишь? Бля, Максон, иди сейчас, что? Да, я первый. Не, я хочу, блядь. Что такое, пацан? Иди сюда. Иду. Тут еще для меня, блядь. Миссия невыполнима, номер 2. А, тут выход. Это конец. Что ты говоришь? Но он закрыт сейчас. Не, выход, ну ладно. Закрыт. Это принципиально просто уже. Нет, я говорю, тут выход, но он закрыт. Сейчас, блядь. Трамплин какой-то странный, да? Тан-тан-тан-тан-тан. Сейчас. Давай, мне поставить музыку подходящую? Давай поставлю. Ты пока залазь. Ну давай, когда я приземлюсь на нее. Ты пока залазь сейчас, я пока найду песню. Чего вы там делаете? Вам надо прийти вон к тому рычагу и открыть его. Рычагу? Ну вон, да. Кто на него сейчас смотрит? Ну, Пут видел, где он. Так. Скажешь, когда ты встанешь нормально? Что, сука? Проблема у тебя какая-то? Может, я сам, что ли? Сам попробую. А, там попробуй. Надо катиться просто, что ли? Ой, блядь. Посмотрите, ну нихуя ты. Ты, блядь, не успел. У него эскейп было нажато, блядь, на стриме.
Я пытался вернуть музыку, но она не всегда. Она под конец все-таки все увидели, пацаны. Ну чуть-чуть не до конца. Еще попытка. О, понял. Путагений, Макс, давай. Я за тобой, я за тобой. Лыжи надевай. Подожди, я утонул. Широкую на широкую. Сейчас, погоди, музыку. Ой, блядь, так, сейчас я поставлю, скажу тебе попытайся. Сейчас, погоди-ка, секунду. Так, музыка. Так. Ага. Все, можешь ехать. Два, один, полетели. Ясно, я следую двери. Ясно, понятно, очередь нервы. Что за хуйня в натуре? Не получается. Не умри, не утони. Есть идея дебильная, но, наверное, она слишком. Слишком? Да. Вам этот рычаг надо открыть, и тогда, кажется, выход откроется нам. Так. Опа! Баланс. Парам. Ты, главное, рычаг нажми. Я не знаю, как оттуда слезть вовремя. Надо, наверное, удариться об эту хуйню сначала. Не, под конец пускай голову вниз и копайся просто. Ну, он это может, а я не... Ой, ебать, я как Мавроди руку закинул за голову. Ну-ка, оба, сюда. Так. Выйди. Давай. Не толпитесь, по талонам. Не толкайтесь по талонам. Блять. Что-то вы, ребята, показываю последний раз, когда делаю. Я не знаю, как ты в первый раз это сделал, это просто было шедеврально. Так я его второй раз повторил. У меня уже дважды получалось. Так, сейчас, попытка. Объясняю, как делается. Мы все больше и больше новых талантов. Ты отлично цепляешь крюки, отлично скользишь по шпалам. Да. Как Тони Хав. Вот дашь возможность? Нет. Давай, погнал. Да чё ты, блядь, это всё из-за этого самого. Это флуктуации в пространстве, виртуальные частицы помешали. Этого матраса открыть дорогу. Сюда. Да, бля, вы меня скинули нахуй. Да сука, ну. И музыка что-то уже и не вовсе... Вовсе как будто бы... Агент погнал. Поехал, да. Ладно, копайся, я не видел. А, я под водой. Отпусти меня, Нормально. Пиздец, я все самые важные моменты сегодня проебал. Из-за вашей музыки, из-за вашего Twitch-диджея. Потому что сижу, колки, блядь, кручу. Все, возвращаюсь. Рычаг въебал. Можно. Все, это выход. Ну, давайте... Макс, ты снимаешь? Сейчас. Полет. А где ты? Давай. Итак, на сцену выходит агент. Махаю. Ай, блядь! Спрыжок со школы. Да, хорошо. Я бетон ляжку сломал. О, пацаны, вы прошли миссию. Я так хотел еще раз скатиться. Да, это. Да.